Дайте мне кисточку помочь человеку. Держи. Да нет, будешь просить. Под фонарем тепло. Прихожу домой, и мне говорят, все, сегодня зона без Wi-Fi. А один мужик вообще, я там с мужем чуть не разводилась, написал, я вот люблю ваши ролики, но Катюшку больше всех люблю. Муж, все, так, все, на этом твоя карьера блогера заканчивается. Ты не бойся, не кусается. Друзья, всем привет! Вы на нашем канале о ремонте от компании ABC Farben. И сегодня мы хотим продолжить наш видеоролик о проекте, который мы немножко содрали у Marmarina Tools, но сделали его в своем исполнении с помощью Вовы, который, в принципе, это все и делал, да? А сегодня мы завершим этот проект и посмотрим, что получится. Я вижу здесь грунт, концентрат. Да. Кстати, как он? Концентрированный, да? Концентрированный, да. Да, мы его развели водой, и вот ты прогрунтовал уже подушку, и немножко я вижу, что ты расчистил. Сначала счистил все неровности, которые были неприятны на ощупь. Угу. Шпателем, наждачкой. Ага, и потом прогрунтовал. И потом прогрунтовал, да. Теперь я вижу, что ты взял прямобьянку, и мы ее заколеровали. Такой, кстати, очень насыщенный цвет получился. Очень похож на ягодный сорбет. Это наш новый колер в Tizani Mix. Угу. Да, мы снимали про него видео. Так, ну что, теперь будем красить. Запомнили, как это выглядело? Сейчас будет по-другому. Мы сначала примыкаем. Краска классно ложится, даже вот в этот рельеф. Это аналог. Есть на рынке английская краска. Не буду говорить, какая она очень дорогая. И когда мы разрабатывали прямо-янку, мы ее делали по аналогии. И сколько я слышу отзывов, что очень сильно похоже. Ну, тут разница в цене. По укрывистости прям может, да, нет, почти в один слой укрывает. Вот. Хотя база цена как бы в 2-3. Мы разработали в конце прошлого года Prima Brilliant. По сути, это такая же краска, она тоже очень укрывистая, тоже база C есть, но в ней есть блестки. И фишка в том, что она светится, когда включаешь свет. Так красиво переливается. Поэтому рекомендую попробовать. Я правильно все сделала? Да. Я тут типа как помочь этому уже. Такие, наверное, проекты, когда вот что-то рисуют объемное, их, наверное, нужно делать насыщенным цветом, да, чтобы такой акцент придать. Потому что когда она была белой, ну, да, круги эти все было не так хорошо видно. Меня удивляет, что ты валиком вот эти все дырочки так быстро закрашиваешь. Консистенция краски хорошая, и валик, хоть и маленький, но он достаточно пушистый. Угу. Мех, да, который на валик, там должен быть как можно более объемный, да, пушистый. Где-то метров 8 сантиметров. Ага. Ну и лучше поменьше валик. Размер. Да, усилие не такое. У нас большое. Будет один или свой, или два? Я думаю, два, чтобы. Наверняка. Наверняка. Потому что сейчас подсохнет, у меня не так будто не прокрас. Она сохнет очень быстро, но тут 20, я думаю, не хватит, чтобы она взялась. Угу. Она вот настолько равномерно ложится. Я все время сравниваю с гелем для ногтей. Они тут когда делают, красят. Такое чувство, что, блин, весь ноготь вот он вот такой цвет. Ты его вам подосовываешь, он растекается равномерно по ногтю и становится ровным. Вот так вот эта краска высыхает, и она вот так приглаживается. Ну, по гладким стенам, кстати, это очень важно. Потому да, что не волосы. Каждая краска подходит. У нас была при разработке главная задача – это низкий расход и привести кусочек. И, наверное, одна из самых главных и важных задач – это оп, чтобы не полосило. Все. Ждем. Теперь ждем где-то 15-20 минут. Первый свой подсохнет. И будем наносить уже второй свой. Да, вот видишь, как я и говорил, не прокрасы. Их сразу видно. Ну да, да, поэтому нужен по-другому второй свой. Ну просто очень-очень большой рельеф. Да. Очень большой. У второго еще легче красится. Прям по маслу. Ну да.
это у нас лак. Лак лессирующий? Да, лак лессирующий. Тициан, как лично? И черный колер. Я им буду патинировать. Видел, что у меня кресточки? И пахнет, чем ты сказал? Печенькой? Пряниками. А, пряниками. Будем. Все, она высохла, да? Высохла, да. Все, красный. Фрагментарно. Прям вот. Я так и вижу. Все, когда художник видит, он больше не мешает. Это даст нам определенный эффект. Старину, да. Да. И верхушки протираем. То есть у нас это в ямках останется. Я вижу, что ты испортишь, вообще не заморачиваясь, обычный поролон. Обычный поролон, да. А я для этого использую сироп. А я обычный поролон. Покрываем не всю площадь, а именно фрагментарно, локально. Прямо легко, да? Прям легко, где-то посильнее. Ты его особо не вытишь, он там останется. И главное нам края растушевать на нет, чтобы не было резких границ. Еще хорошо отходить и смотреть со стороны, все ли у нас правильно. Что, нам надо чуть-чуть подсушить. Ну все, значит, опять сотни. Да. Минуток 10. Минуток 10 нам хватит. Не переключайтесь, не останавливайтесь, смотреть. Дальше еще интересно. Я знаю точно про лессирующий лак. Когда мы его разрабатывали, я была прям, это, знаешь, как в теме разработок. Этот лак, он делает подложку очень крепкой и прочной. Детские рисунки смоются водой, и ничего с ними не будет. Что мы будем дальше делать? Это черное, нет? Тут и золото, и серебро, и белое, и колеры, я не пойму, за что. Мало того, серебро я подклировал в черный цвет. Так, вот. Да. Золото тоже я подклировал кораллом и черным. И вот этим сейчас будем красить. Добавим серебро. Да, серебро да. С этим цветом будет супер. А мы прям по лаку? Ну, мы и по лаку, и не только. Ух ты, какой он яркий. Теперь, я думаю, золотишко нам надо. Про разговор о том, что золото и серебро сочетать нельзя, да? Не знаю, мне кажется, а очень даже сочетается. Очень даже можно. Наверное, уже прошло это время, когда говорили, что выбирайте либо серебро, либо золото. Может, еще вот сюда прям в круг поднимается? Да. Главное вовремя остановиться. Самостоятельное покрытие. Краска моется, лак моется, воск моется, все моется. Все моется. Теперь она высыхает. Хотите, мойте ее. Лежите. Хотите, перекрашивайте. Рельеф крупный, можно перекрашивать неоднократно. Если тебе надоело каждую серебряный неделю, цвет, да. То все, перекрасил. И стал синий вместо красного. Напишите обязательно в комментариях, как вам нравится, не нравится. И я еще раз напоминаю, если вы хотите, чтобы Вова вам сделал эту работу у вас на объекте, повторил, внизу ссылка на его инстаграм и контакты, вы можете связаться и ответить на ваши вопросы. Нет. Блин, ну это шедевр. Я надеюсь, что это не последний приход к нам на YouTube канал. Я боюсь, что после твоих роликов мне скажет Катя, что ты там на планшетках рисуешь, верни обратно мастера. Ну это очень круто.
Спасибо тебе большое, что ты пришел, что ты научил, показал. Я не знаю, сможет ли это вот с первого раза повторить обычный человек. Мне кажется, мне нужно еще раз ликбез, и потом, наверное, я смогу повторить. Спасибо тебе большое. Этот образец же мы сделали вдвоем. Поэтому... Ну, на подмастерье я была. Неплохо. Друзья, хочу пригласить вас поучаствовать в конкурсе «Мастер Делюкс 2020», где разыгрывается главный приз – поездка в Италию. В прошлом году я стал победителем, и в этом году я тоже участвую. Все подробности конкурса в описании. Желаю всем удачи! Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Мы их читаем. Пока-пока. Пальчики вверх. Пока-пока.